случилась авария на газопроводе. А когда случается авария на газопроводе, то есть что делают? Перекрывают его с двух сторон, выкачивают весь газ и туда запускают такого специального робота на колесиках, который, ну, внутри по трубе ездит и сканирует, ну, чтобы понять, где там дефект, откуда что там вытекло там, и так далее. Так вот, этот робот по-английски называется the pig, свинья. Вот, и когда его туда, значит, в трубу опускают, она внутри этой свиньи, ну, runs, бежит, бегает, как бы, да. И она, вот это сканирование по-английски называется sniff, то есть она вынюхивает, ну, типа, где там, дырка-то в этом газопроводе. Вот, и вот, короче, они там целый день обсуждали этот ремонт какой-то, была переводчица какая-то, она так активненько переводила, что да, свинья там начинает бегать там и так далее. Вот, все это переводила, а в конце дня она, значит, приходит, там какое-то у них чаепитие, она говорит, такой интересный сегодня был день, вот про эту свинью, говорит, я вот все поняла, вот что ее там опускают, что она там, значит, вот бегает, вот вынюхивает, единственное, непонятно, там в конце эту свинью достают и ее дебриф допрашивают. Ну, то есть ее подключают к компьютеру этого робота и смотрят, что он там на сканер. И говорит, вот этого я никак не могу понять. Как свинью допрашивают? Она же ничего сказать не может. И я, говорит, сначала даже не понял, какую смысл свинью. Она говорит, ну как, свинья же она. Да ты что, это просто такая тележка на колесиках. Ну просто название у нас такое. И она говорит, блин, а я целый день представляла себе, что это реальная живая какая-то свинья, которую специально обучили там вынюхивать там эти дырки какие-то в трубе там, да, что она там реально вот, ну как ее допрашивать, я не понимаю, как она рассказывает-то потом. Да, стандарт, азбука и морзе, вот такое тоже бывает. И бывает вот такое, да, что человек, то есть удивительно было то, что за весь целый день ни она, никто из участников не заподозрил, что, ну, то есть все всех поняли. Просто вот, ну, как бы некое изумление было, что, да, действительно, как же она там в итоге отчет-то делает.